Я много раз говорил, говорю и буду говорить о патриотизме гагаузов в конце 80-х, начало 90-х годов. Но потом все это стало спадать. Вы знаете, моя такая оценка, что многие, может быть, так считали, так думали, что вот пройдет 2-3 года, 5 лет или сколько, получим мы свою эту автономию, и дальше пойдет рай с кисельными берегами и так далее, по этой реке. И так нельзя думать. Вот, когда говорят, а что мне дала Гагаузская республика или Гагаузия, я всегда говорю, надо рассуждать не так, а что я даю, что я давал или и сейчас даю нашей автономии для ее укрепления, для ее существования. Надо так больше рассуждать. Почему? Потому что везде, во всех странах, государствах, общественность той или иной страны делает, дает государству. А государство, в свою очередь, являясь государством, защищает в нужный момент своих граждан. Так должно мышление быть, и тогда у нас будет нормально. Ну и кроме этого, я вам скажу, что в этом отношении государственный механизм, аппарат вот этот работает, агитация, проводимая, будем так говорить, структурами Молдовы, играет свою роль тоже, отрицательную.